нарушительств. Покажи человеку, не может понять, что он нарушил. Я почему? Я же не представил, я встал перед вами. Ну, сзади. Это самое. Значит, составим протокол. Да. Протокол направим либо в суд на лишение прав, либо на административную комиссию. Угу. То есть, ну, проверим. Если первый раз нарушили, то будет штраф 5000 рублей. Угу. Если второй раз в течение года, то будет лишение. Угу. Может, обойдемся без этого? Без чего? Без всяких этих. Без составления протокола? Ну, конечно. Я собрался Белокурих, говорит, ты мне сейчас всю дорогу спустишь. Алтайский край? Да. Ну, быстренько составим протокол. Давай быстренько мы это самое просто порешаем здесь. Что там? По-человечески, да? Денег хотите дать? Да, уже дал. Сколько там? Да, мало. 3000? Угу. Или как? Знаете, нельзя же нам, докторам, деньги брать. А вам, водителям, нельзя сейчас предлагать. То есть, что статья? Это уголовно наказуемое деяние. Ну, я больше не Белокурих уеду. У меня там путевка 19 числа. А? Пополам я даю все. Но за рулем, видите, какую наклейку наклеили, чтобы водители читали. А я его не вижу, у меня сейчас. Давайте я вам прочитаю. Ну, чтобы вы знали, что у нас идет же борьба с коррупцией. Все, мы его не видим. А я наизусть знаю. Так, подождите. Нет, быстренько составим. Я знаю, все мало. Да нет, да не в этом, нельзя. У нас не принято. Нас, ну, тебе и нам, и мне, хорошо. Пятерку дороговаться с рыбой. Пенсионеры. На преступление толкает. Да, ну прекрати, что вы взрослый. Ну старик уже, ну что дедушка-то? Там молодой у тебя море будет. Так я вот пытаюсь вам объяснить, что нельзя нам. Ну. Брать деньги. А вам предлагать деньги. Ну, куда мне? На пол выжить. Я и хочу вам все разъяснить, понимаете? Я понял. Теперь все, никогда не будет такого нарушения. Это дача взятки должностному лицу. Я где-то не даю тебе. Предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод или услуг имущественного характера. Вот оно написано. Могут быть истолкованы как покушение на дачу взятки. Все строго, понимаете?